В заключение внутри костела Святой Вероники. Божественно, конечно, здесь все изумительно, но разрушено. Напоминаю, это Витебская область, Ушачский район, поселок Селище. Достаточно огромная территория, также прошу обратить внимание, высота тоже. Все сделано из кирпича. Кто-то иконы поставлял. Тут можно и провалиться. Также, кто будет добираться на транспорте из Сушачей, еще около 10 километров. Я добирался на такси, хотя до этого шел пешком 10 километров. То есть транспорт ходит не так часто и не во все дни. Сегодня вот автобус, например, не ходит с Сушачей. Спуститься вниз. О! Сегодня все, ребята. Всем добро пожаловать на мой YouTube-канал. До встречи. До свидания.